Более 20 лет на одном месте трудится героиня нашего следующего сюжета, дворник управляющей компании ЖКХ Галина Витальевна Целыковских. На недавно прошедшем областном смотре конкурса «Лучший по профессии» она стала победителем в номинации «За волю к победе». Наш корреспондент встал пораньше, чтобы застать Галину Витальевну на рабочем месте. Чуть забрежил рассвет, а дворники уже трудятся, чтобы утро каждого из нас начиналось с чистого двора, улицы, площади. Двор дома номер 15 по улице Строительной – территория, где уже более 20 лет трудится наша героиня. И не верьте, если скажут, дворникам учиться не надо. Надо. Каждому инструменту надо привыкнуть, потому что вот кто-то новый приходит, уже видишь, что где-то он не так метет. Хочется подсказать, направить. Ну и учиться, 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 как говорится. Учится сама, учит других. Стремление видеть вокруг чистоту и красоту – одно из профессиональных качеств Галины Витальевны. Плюс трудолюбие и, конечно же, воля к победе. К победе над мусором. Не будет желания, не будет воли – все зарастут, как говорится. Каждый день идешь и работаешь, потому что знаешь, что работать надо. Создаешь людям чистоту, порядок. Благодарна за это. Слова благодарности за свой труд наша героиня слышит нередко. Иногда к 8 марта, может быть, кто-то коробку конфет подарит. Спасибо вам за труд, говорят. Осень и зима – самое сложное время. Килограммы листвы и, без преувеличения, тонны снега и льда. Зима, конечно, тяжелее, потому что листва-то она сегодня убрал, завтра уберешь. А снег, если сегодня убрал, то завтра уже будет тяжелее намного. Но по сравнению с предыдущими годами работать стало легче, признается Галина Витальевна. Инструменты немножко уже получше, посовременней. Вот раньше, когда снег чистили в основном вручную, сейчас помогает механизированная уборка. Все-таки трактора, когда сильный снег, снегопад, они очень помогают, особенно с дорогой. В областном конкурсе «Лучший по профессии» Галина Целыковских участвует уже не в первый раз. В прежние годы для дворников были исключительно теоретические задания. Вот в этот год я поехала, теорию у нас отменили и сделали практические задания. Но это даже вот как-то интересней. Что делали? Чем теорию? Белели бордюр. Руководство жилищно-коммунального хозяйства Видного уверено, принимать участие в конкурсах необходимо. Мы каждый год участвуем и, в общем-то, это престижно. Участвовать и занимать лидирующие первые, вторые места, почетные места, за волю к победе. Это показывает лицо Ленинского района, показывает наше лицо, как мы живем, как мы работаем. Татьяна Брылова и Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.